Голосуя в Бельцах за нашу партию, вы голосуете за возвращение Рената Усатова на родину. Об этом в среду заявил Николай Григоришин, кандидат на должность примара от нашей партии. Голосую за нашу партию, вы голосуете за возвращение Рената Усатова на родину. И не только Рената Усатова, но и десятки, сотни, тысяч граждан Молдовы, которые вынуждены были покинуть родную землю из-за того оккупационного режима, который проводит здесь политику геноцида против собственного народа. Напомним, что ранее Рената Усатый раскрыл подробности очередной договоренности между Владимиром Плохотняком и Игорем Додоном. Это соглашение предусматривает, что в Кишиневе на досрочных местных выборах побеждает Сильвия Раду, а в Бельцах демократическая партия при помощи административного ресурса продвигает кандидата от партии социалистов Александра Усатого. Отметим, что данный Александр в течение не менее 10 лет состоял в одной команде с нынешними бельскими представителями демократической партии. Будучи членами ПКРМ, все вместе они руководили городом до 2015 года, после чего старая команда разошлась по правящим партиям. В частности, Александр Усатый вступил в партию социалистов. Аудиты, проведенные по заказу Рената Усатого после 2015 года, выявили многомиллионные хищения на рынках, в жилищно-коммунальной сфере и практически на всех муниципальных предприятиях, как хозяйственной, так и социальной направленности.